Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в центре города курорта Анапа. У нас супер погода. Прогноз на всю неделю выровнялся, поставили прям везде солнце, никаких больше дождей. Так что спокойно приезжайте, наслаждайтесь и отдыхайте. На фоне, конечно, того, как у наших соседей Геленджик, Сочи потопы и смывает их. У нас вообще все, в принципе, хорошо. Небольшой слой воды появился на Паралии. Ну, а сегодня мы вообще в Анапе. Дорогие друзья, это поющие фонтаны непосредственно в вечернее время. Здесь собирается огромное количество людей и проводят свой досуг, потому что очень классно прийти, сделать красивые фотографии с подсветкой этот фонтанчик и притягивает нам постоянно очень много народу. Это радует. Ну и давайте прогуляемся по центру, посмотрим, какова у нас жизнь, и посмотрим лечебный центральный пляж города-курорта Анапа. Здесь у нас есть часовенка, людей, кажется, вообще никого нету. Пустынная Анапа. Дело в том, что сегодня на море просто кайф. И все побежали, я больше чем уверен, именно туда. С утра был на пляж Высокий берег Малой бухты Анапы, и там уже была очередь к морю из наших отдыхающих. Это очень приятно. 28,6 температура воздуха у нас, и это очень радует. А дальше будет 30-31 на всю неделю. Вот такой вот прогноз. Жители Суко сегодня остались без света до 12 часов дня. Надеюсь, что во время выхода этого ролика свет вам уже дали. Пишемся мы сейчас в 11 часов. Вот такая красота. Фотографии, семейные прогулочки. Дети моют ноги в фонтане. Ну так лучше не делать, там же химия. Это прогулочная улица города Анапы. Называется она Горького. И там дальше находится Арт-авеню. Также есть правой стороны ракушка, на которой выступают наши местные музыканты. И есть вот такое вот заведение, на котором недавно была вакханалия Филиппа Киркорова. Он так радовался. Sold out. Не знаю, что это значит. Короче, ну что-то он матерился по-английски. Короче, русские слова совсем забыл. А еще в Телеграме там выкладывалось у нас видео. Кстати, подпишитесь. Море Оз, либо Юрий Азаровский. В поиске водите в телеге. Как там эротического содержания было выступление. Просто жуть. Туда пришли люди, еще особенно взрослое поколение, на это смотреть. Как это вам? Анапа у нас очень популярна для артистов, так как отдыхающих, наверное, больше, чем где-либо. И вот, видите, очень много артистов к нам приезжает. Вот то место, где был раньше Макдак, а теперь это вкусная точка. Никаких нету пока познавательных знаков. Если там ели, пишите, как вам. Потому что в комментариях сегодня под видео задали этот вопрос, открылось или нет. Да, вот работает, но люди разделились. Кто-то пишет, стало плохо, кто говорит, наоборот, стало очень классно. Как вы считаете? Инструировано от линовой порядки. Я так понимаю, здесь готовится к высадке еще одно деревце. Очень красиво красили газоны перед летней эстрадой. Убрали здесь забор был ранее. Ходят у нас по Анапе вот патрули, чтобы чувствовали себя безопасно. И даже парк аттракционов у нас выглядит как-то сегодня пустынно. Кафешечка Surf работает. Странно, что они, кстати, не ушли от нас. Здесь есть за 600 рублей возможность покататься на Формуле-1. Здесь у нас вовсю идет фотографирование с достопримечательностью города Белой Шляпы. Здесь предлагают и красивые фото, и люди спокойно, бесплатно фотографируются. В общем, вариаций много. Порой прям страшно смотреть на камеры. Но чем больше, тем лучше. Дай бог, чтобы все было безопасно. Уже очень много нашли людей, которые были в розыске благодаря этим камерам. И дай бог, что могли чувствовать себя безопаснее. К сожалению, в центральной аллее лавочки дополнительно не появились. Но лавочки есть возле аттракциончиков. Например, возле колеса обозрения, которое пока спит, не работает. Вот у нас выделывается панда, предлагает сфотографироваться с собой. Давайте посмотрим, почем колесо. Прокатиться на колесе можно за 350 рублей. Колесо, кстати, нашего анапского производства. У нас их сделают в Юровке, если вдруг вы не знали, с кондиционерами. Очень круто, очень классно. Кстати, также продается очень много разнообразных мороженков. Можно прийти купить, вот, допустим, стоимость 250 коктейлей молочные за 500 мл. И мороженка 200 рублей за 100 грамм можно взять. Наши люди и здесь работают от души. Парк, конечно, стал вообще таким современным, очень классным, очень уютным. Вот, говорю, только не хватает лавочек на центральной аллейке. Но, повторяюсь, есть возле качели. Прогуливаться здесь теперь одно удовольствие. Еще, представляю, вырастут сосны, которые посадили. И будет еще красиво. Вот, конечно, центральные клумбы, пальмы здесь не прижились. Хотелось бы каких-то других, тоже очень клевых, но наших местных деревьев, чтобы они украсили эти центровые клумбочки. Выходим на улицу Набережную. Здесь как-то поживее становится обстановка. С правой стороны Ласковый берег 1. Там уже есть гости, кто сидит. И слева просто Ласковый берег. Вот так вот
одинаковые названия у этих заведений, и впереди нас ждет центральный пляж города Анапы. К сожалению, я начинаю понимать, почему здесь не так много людей, пошел небольшой такой запах неприятный от моря, но хочется, чтобы все было хорошо. И людей, вот кто помнит прошлое видео, мы приходили, здесь была прям толпа, здесь пустые пляжи, блин, что произошло, где весь народ, вот это просто ужас для курорта города Анапы, когда такое происходит. Выходишь на море, а людей нету. Интересно, кто виноват и что с этим делать? Ой-ё, вот это здесь жуть творится. Вон даже собака отдыхает возле мусорки. Говорит, вот возле мусорки лучше пахнет. И мусорки пустые, зато мусор выносить не надо. Посмотрите, какая прям печалька. Фу, ребята. Ну вот как-то вот такой, наверное, момент и портит весь отдых в Анапе, когда ты видишь вот такую вот жижу на берегу. Туда дальше я вижу, что больше людей. Мы сейчас туда, наверное, пройдемся, посмотрим, что там происходит. Но я тех понимаю, почему здесь не так много людей, как хотелось бы. И стоит прям жуткая вонь, к большому сожалению. Вот вам лечебный центральный пляж города Анапа. Так сказать, лицо города перед администрацией находится именно здесь. Вот с такими, ну, не совсем шикарными видами, как хотелось. И вода, видно, что вот очень далеко еще такая грязная и мутная. Люди приходят, снимают это все и уходят отсюда. Такой фу-фу-фу. Многие пришли, посмотрели при мне, пока я снимал видео для Инстаграма и для Ютуба, короткий ролик. Развернулись и ушли. Здесь даже лежаки не стали ставить, потому что никто особо отдыхать на таких пляжах не хочет. Берег здесь вообще смотрится страшно и ужасно. Видите, его размыло. Еще он такой черный. Просто жуть жуткая. Смотрите, на воду. Хотели бы искупаться, не знаю даже с чем это сравнительно, что это похоже. На прогулка вызывает еще то удовольствие, жуткое счастье, наверное, увидеть тех, кто сюда приехал. Ну, а предприниматели теряют огромное количество бабла. То есть надо выравнивать берег с теми камнями. Тут сделали как угол, и поэтому вся вот эта жижа собирается здесь, к большому сожалению. Смотрится это не особо привлекательно. Ну, вот видите, кто-то приходит, лечится. Так что, возможно, кому-то даже полезно. Да, прям грустинка, ребятки. Идут вот все люди. Все, кто приходят, идут дальше. Ну, не хочется купаться. Я не советую рядом купаться вот с такой вот девушкой, где-то испачкалась. Пляж с санаторием «Мотылек». Приезжайте на отдых, дорогие друзья. Не знаю, сколько там отдых в «Мотыльке» стоит, но ощущения будут точно незабываемые. Особенно от пляжа. Обидно вот людям, то, что они приезжают, у них лежаки включены, все. Слушай, ну здесь прям вот народ собрался, кукурузу кушают, прикиньте, то есть вот просто кушают. Рядом с таким запахом мне прям даже интересно. Мне кажется, нашим людям реально ничего уже не грозит. Вот тут, видите, подскальзываются, идут народ, ноги разъезжаются. Аккуратно, девушка, не столкните меня в это. И вот, пожалуйста, купание с детьми. И здесь вот пляж забит. Ой, господи, посмотрите на эту женщину в возрасте. В стрингах, ёк-макаряк. Такое надо было увидеть сегодня, чтобы разбавить этот видеосюжет. Ну, может, так модно, я просто не знаю, как там мода в возрасте происходит. Я чем старше становлюсь, тем меньше хочу оголяться. Да, это Анапа, реально, ребят. Дети мажутся в грязи. Короче, вообще называется без комментариев. И туда, там дальше водичка черная тоже. Жутко, жутко на это все смотреть просто. В общем, я от души не понимаю, что происходит, как можно здесь есть, как можно детей пускать всех играть в эту грязь. Короче, нет слов, одни эмоции, дорогие друзья. К большому сожалению, мы с вами видим вот нелицеприятную картину с соответствующим запахом. Видите, уличные кафе здесь тоже свободны, потому что, наверное, сильного аппетита, конечно, не возникает. Вот при таких вот моментах отдыха. Тут еще народ мусор бросает в мешках. Короче, полноценный обзор Анапы. Блин, пришел, так позитивно начали. Фонтаны, красота, чистота, город. Пришли на пляж, писец. Сейчас полетаем немножко и потом пойдем посмотрим, что происходит там. Надеюсь, там будет на улице Гребенской хоть получше. Короче, квадрик я нашел, достал, полчаса лазания в этой воде. Тебе главное еще ротавирус не поймать сверху. Пипец, я весь воняю, квадрокоптер воняет. Ну, он сгорел, короче, 100%, потому что в этот раз от него вонь. Если прошлый, когда утонул, мы его быстро достали, этот долго пролежал, где-то минут 20 я бродил, потому что там как болото, ходишь, по тебе сероводород выходит. Я не блюваду, чисто просто жалко, думаю, ну хоть GoPro, чтобы найти, потому что, ну, как-никак, тоже денег стоит, там и флешка в ней.
Вроде бы GoPro работает, все нормально. Ну, все, больше покупать не буду. Больше у меня денег нет. Так что, ребятки, пока мы не летаем, копим на квадрик именно для синематик полетов. А на эти я буду ждать скидки, когда на электронику подешевеет, закажу. И потом буду сидеть, паять, перепаивать, собирать заново уже вручную. Немножко будет подольше. Я у ребят спросил уже, ни у кого в Анапе квадриков больше нет. Они говорят, Юрик, ты слишком быстро их раскидываешь. Вина полностью моя. Я случайно отключил моторы вверху. Ну, обратно моторы включить не смог. Тоже растерялся. Надо было газ ноль и полетели бы опять, возможно. Обидно, досадно. Говорится, учимся на своих ошибках. Жалко, что они выходят в такие бешеные суммы денег. То есть очень это расстраивает. И плюс большое количество времени. Я на прошлое не стал заказывать как бы вот, все то же самое. Да? То есть мне всю электронику надо менять. Ну, сейчас потихонечку закажем. Будем ждать, наверное, попозже, после лета. Все, сейчас надо передышка. Я прям, честно, сейчас очень сильно разнервился. Я впервые в жизни купался на центральном пляже. Купался в этом вонючей жиже. Пообщался со своими подписчиками, которые тут отдыхают уже давно. Они говорят, что это уже прям чисто, можно сказать. Воняло вообще гораздо больше. Сейчас они говорят, просто ходили мимо этого пляжа, вот так вот нос закладывали. Вот, давно не приезжал. Ой, ребята идут в угорать, говорят, вот это точно, это грязь, надо мазаться. Смотрите, проходим немножко дальше. Здесь у нас вот прокат уже катамаранчиков работает. Здесь водичка становится такая, не такая черная, так сказать. И народу здесь прям в больших количествах. Вот это уже получается Анапа. Народ приехал на отдых, отдыхает на всю катушку, на полной программе. То есть, что хотели, то и получают. Ну, конечно, здесь возле берега моря тоже не вызывает желания купаться. Возможно, туда дальше, там получше будет. Вот он работает, разносит церковь вкусняшки. И это прям, на самом деле, прям очень сильно радует, что вы можете прям здесь прикупить. Так что, дорогие друзья, работа кипит в полной мере. И дай бог, чтобы у всех все было и дальше хорошо. Говорится, желаем всем этого от души. Вон туда дальше, смотрите, проходим постепенно, и вообще водичка становится чистая. Вот, нашли брата, смотрите. Под берег, говорят, идите. Нашли. О, у нас тут опять теряются люди. Будьте внимательны, ребят, потому что в такой толпе потеряться прям очень легко можно. Смотрите, здесь вода возле берега становится потихонечку темной. Это хорошо. Интересно, говорили, что запретили мегафоны, но походу нет. Девчонки загорают правильно. Блин. Ну, походу, все в Анапе, мне так кажется. Вот только море стало все чище, и дальше прям береговая линия заполнена людьми. Причем раньше здесь вот этот промежуток был людей гораздо меньше. Я всем говорил, приходите, что вы там отдыхаете. Теперь, по-моему, так сплошняком просто идет, потому что с того пляжа все люди переместились сюда, как минимум. И распределились по этим берегам. Вот такая вот ситуация. Тут море даже прозрачное уже местами становится. Так что, ребята, можно приезжать, отдыхать и загорать на наших лучших курортах города, курорта Анапа. Ну, по крайней мере, мы вас всех очень сильно ждем. Главное, не загорайте, используйте крема, чтобы у вас отдых шел на все 200%. Смотрите, реально, прям чистейшая вода, чистейшее море. Все поубиралось. Здесь вот какие-то водоросли в кучках лежат. И здесь людей просто становится нереально большое количество. И это, причем раньше были свободные. Даже самое загруженное, это было туда, в сторону речки Анапки, после улицы Гребенской. А мы еще даже Гребенской не нашли. И вот почему вот не купаться в такой воде? Зачем плескаться в том болоте? Пройти, ну, буквально 3 минуты. Максимум 3 минуты. Отдыхать не хочу. Ну, мои подписчики говорят, что много людей, нам так не нравится. Людей здесь, конечно, действительно не просто много, а очень много, я сказал. Поэтому отдыхайте, как говорится, у нас. Будем рады вам, друзья. Приезжайте. Ну, как вам такой отдых и количество людей? Тут народу прям нереально много. Попробую еще пройти среди всех. Радует, радует, конечно. Что столько людей к нам приехало, и все могут отдыхать на нашем море. Ну и водичка, то есть чистая, это тоже хорошо. 26,6, температура 26,9. Вот, то есть по прогнозу, по воздуху прям все четко. Вот, подключим, что будет прям очень-очень страшненько. Ну давайте замерим температуру водички. Море, кстати, очень теплое. Хотя вот кто-то заходил, видели такое, как серебрение на воде. Говорят, что это от кремов от загара. Что творится на берегу, друзья? Сколько народу. Тут внутри все загорают стоя.
Фантастика. Самое теплое море 27,2. Вода просто кипяток, дорогие друзья. Как вам? Пишите обязательно. Так, в общем, друзья, посмотрите, что происходит. Это самый центральный пляж. Мы прошли с правой стороны. Огромное количество людей. Единственное, пугает немножко тучки, которые заходят над морем. Можете видеть, что водичка здесь теплая, чистая. В принципе, это хорошо. И давайте прогуляемся в сторону вот этих качей. Летуя она. Ну, конечно, вот так, если качаться на качелях, как сейчас там эта девушка делает, то какие качели выдержат? Поэтому они постоянно разваливаются. Это больше фотозона. А тут девушка зашла прям покататься, я смотрю. Да, это надпись «Море», это наши водоросли, это наши люди, которые здесь отдыхают прям в больших количествах. То есть здесь прям, ну, очень много. Все, она накаталась прям. Счастье вдруг. Главное, что ничего не сломалось, не оторвалось. Это наша лаунж-зона для отдыха. Здесь нет-нет кино, проходят разные там вечерние программы, иногда бывают, и такие вот скамеечки. То есть отдых идет везде, в полной мере. Я, кстати, очень рад, что все-таки открыли эту зону для прохода, потому что долгое время тут был на пляж Анапы, и туда особо не пускали. На выходе кафе большие молодцы, смотрите, сделали какой ценник. Подошел, посмотрел, что почем, пишите, дорого, кстати, или нет. И думаешь, хочешь, не хочешь поесть. С левой стороны у нас кафе «Ирина» работает, тоже славится своим шашлыком. И здесь, допустим, за 380 обещают комплексные обеды. Ну, и вот такие вот цены, которые в них входят. Также жарят шашлычки мужички с такими вот ценниками. Красота. Ну, и мы выходим с вами по Гребенской туда дальше. Парк Джозефа. Люди гуляют. Курортный сезон идет в полной программе. Чебуречная, столовая «Жемчужина». Много людей, кстати, там есть. Пойдем посмотрим. Счастливые часы с 19 часов на все меню обещают 20% скидки. Ну и вот оно меню, что почем. Разве что не надо заходить вовнутрь, смотреть. И с этой стороны можете увидеть. Допустим, больше здесь зеленый 17, 80 рублей. Вот вам аквапарк с 10 до 10, взрослый 2000, детский 1200, с 18 до 22, 1600, по детски 1000. Рублей. Вот такие цены. Вода 23, воздух 33 градуса. О как, ребята, даже не знал, но здесь открылась еще одна столовая «Мама Мия». Это рядом с аквапарком. С левой стороны раньше здесь такое было заведение. Не очень, так сказать, фешенебельно выглядящее. Сейчас здесь можете увидеть прям такая красота. И, пожалуйста, вам цены. Мякотинины, пиццы готовят прям открыто. Допустим, пепперони. И 600-700 стоит. Выглядит они вот так. И охренеть. Это, ребята вот так все хотят покушать. Ну, допустим, тут борщик стоит 100 рублей. То есть настолько вот прям прикольно. А шаурма почем? 190 рублей. Да, очередь меня, конечно, порадовала. Много народу. Прям интересно это смотреть. Ну, значит, вкусно готовят ребята. Хотя вот их очень хвалят. Но ту столовую, которая находилась ближе к улице Крымской. Вот теперь, пожалуйста, возле самого пляжа есть. Да, по улицам, конечно, передвигаться сложно, потому что очень много людей. Кто-то на пляж, кто-то с пляжа. Плюс торговля идет очень бойкая. Радость, что у каждого есть торговца свой стульчик под сенью деревьев. Классно. С левой стороны проходим Бургер Кинг. Ну и здесь мы закончим наш маршрут. Ребятки, всем хорошего отдыха. Здесь Гирос Кинг находится, шаурма. Я есть не буду. Сегодня меня Маша хорошо накормила. Всем огромнейший привет. Жалко, что сегодня такой вот грустный день. Прям испортилось настроение из-за квадрокоптера. Честно, прям даже такое желание забить и взять отпуск. Сам виноват. В общем, будем ждать. Мне заказан полетник на наш с вами Арвана. Может быть, он придет, может, его получится запустить, восстановить. Но все равно как-то грустненько. Вот прям так классно летал. У меня еще не все, кстати, видео выложены. Там в Крыму просто баснословные полеты. Такие кадры на муху поснимал и просто сам взял ее утопил. Боль, просто боль.